Что месяц назад вы собирали петицию на change Work, а, в отставку Радмир а, Мавлиева с поста мэра, как uh -huh. она закончилась. И наши читатели, кстати, пользователи а, добавляют, что слишком у вас агрессивная манера была сбора подписей. Ведь все равно change Work не обязательно для наших органов власти. Его не ту платформу выбрали. И как бы ну, зря вы так вот прямо вы с напором так призывали к этому. Но мне кажется, что бессмысленно все равно была затея. У нас пети... Да нет, конечно. Пет Петицы уже... петиции не рассматриваются. Я говорил о том, что для меня лично это был некий социальный эксперимент, который ну, поставил точку в моем представлении mm -hmm. о сущности нашего глубинного народа. Ну, то есть, как бы, простите, но это... это я исследовал их на самом деле. Для меня лично это был абсолютно успешный эксперимент, то есть, несмотря на негативный результат. Так что, ну... А сколько подписалось? Ну, я не помню. На данный момент там что-то 700-800 человек. Ага. То ну... есть это очень характерная цифра. То есть люди на самом деле не участвуя в этих тех процессах, тем не менее предъявляют претензии к властям. То есть они не понимают механизма, что если у них не будет претензий к властям, то ничего не изменится в их жизни. То есть это как минимум, а как максимум станет еще и хуже. Но для меня нужно, важно было понять, понимают люди это или не понимают. Вывод печальный, не понимают. Вот так.